Задача номер 20 из нашего задачника для общества изобретателей и рационализаторов 239. Речь идет о том, чтобы предложить свою конструкцию изменения направления оси работы долота для направленного бурения. Тема направленного бурения известна с 1932 года. Машины будут совершенствоваться и дальше, потому что это очень выгодно. И суть задачи сводится вот к чему. В правой верхней анимации, там, где красная труба, и человек открывает и закрывает такие ударные пластинки, изображен принцип действия свежего патента компании Халибуртон, компании 103 года, старая, заслуженная. Значит, они выпускают такое оборудование, которое основано на вполне понятном принципе действия. Речь идет о том, что если вы будете перпендикулярно оси долота ударять по стенке скважины достаточно часто, вот у них получается 6 раз в секунду, вот, то вы будете получать, соответственно, вектор, направленный в противоположную сторону, и это будет способом организации изменения направления долота. Довольно простое техническое решение. Мы проанализировали эту задачу. Мы нашли 4 способа обойти этот патент. Уверен, что наша аудитория в состоянии сделать то же самое. Мы готовим элиту, но эта элита должна иметь тесные связи с родителями, с дедушками, с бабушками. Это общий принцип построения наших олимпиад, изобретательские олимпиады для семейных команд. Сейчас я покажу чуть более подробно то, как человек открывает, закрывает эти ударные пластины. А потом я прикреплю ролик, который мы сделали сами для себя, когда занимались анализом этой задачи и перспективами возможности создания обходов патентов. Он довольно длинный, наберитесь терпения, но задача того стоит. Наша цель – сделать так, чтобы российские школьники смогли получить патентное изобретение до получения патента, до получения свидетельства о среднем образовании. Приятного просмотра и подготовки. Уверен, что у вас все получится. Управляемая система GeoPilot является частью пилотного парка автоматизированных буровых систем. GeoPilot является наиболее проверенной в отрасли роторно-управляемой системой «Точка Золото». Датчики азимута или гаммы и наклона всего в 1 метре от долота обеспечивают жесткий контроль за размещением ствола скважины и геонавигацией. Долото направляется изгибом внутреннего приводного вала. Усовершенствованная система нисходящей связи GeoSpan обеспечивает полный контроль во время забойного бурения, не прерывая процесса бурения.
Вал изгибается с помощью пары эксцентриковых колец, управляемых системой передачи и сцепления. Эта конструкция способна к более чем 12 возможным настройкам, генерируя до 6 градусов на 30-метровые собачьи лапы, и делает геопилот практически невосприимчивым к тенденциям образования. Система разработана для использования доказанных преимуществ долот с увеличенным калибром, низкого трения в скважине, улучшенной очистки отверстий, низкой вибрации и более длительного срока службы долота. Это делает геопилот идеальным для бурения скважин с расширенным охватом и сверхдлинных горизонтальных участков через пласт для максимального увеличения добычи. Геопилот также отлично подходит для боковых трасс открытых скважин и существующих скважин. Он хорошо подходит для бурения всего, от простых скважин до самых сложных конструкций трехмерных скважин, таких как соединение нескольких маргинальных целей для более высокой добычи. Успешный в широком спектре применений, от сверхглубокой воды до усовершенствованного геоуправления и вертикального бурения, Geopilot последовательно справляется с поставленной задачей и сокращает время и стоимость бурения. Для достижения максимальной эффективности бурения и точного расположения ствола скважины, обрати внимание на роторно-управляемую систему Geopilot. Система VEDOF от Revolution подходит для установки в скважинах с высоким давлением, высокой температурой и высокими собачьими ногами. Наш набор решений обеспечивает исключительный контроль, скорость проходки и экспозицию продуктивной зоны для оптимизации ваших операций, направленных на бурение. Он выдерживает диаметры от 5,7 8 до 22 дюймов. В комплект системы Revolution входит командир нисходящей линии связи, который обеспечивает двунаправленную связь между наземными системами и скважинными инструментами. Революция RSE обеспечивает полное трехмерное управление направлением в системе с замкнутым контуром. В сочетании с Downlink Commander система способна выполнять полный спектр задач направленного бурения, включая вертикальное и горизонтальное управление, вертикальный старт и сложные трехмерные траектории скважины. Узел RSE состоит из встроенного стабилизатора, установленного на воротнике HLMWD, короткого невращающегося блока смещения и нижнего поворотного стабилизатора. В верхней части блока смещения RSE находится управляющая электроника, мозг инструмента и блок питания от литиево-батареи. Вставка управляющей электроники содержит навигационные датчики, включая акселерометр и магнитометр, центральный процессор, платы памяти и первый в мире высокотемпературный гироскоп с угловой скоростью для обнаружения и смягчения разрушительных ударов и вибраций при бурении в экстремальных условиях. Невращающийся блок, установленный на главном вращающемся валу, позволяет отклонять вал в любом требуемом направлении для точного управления траекторией скважины. Противовращающиеся рычаги или рычаги, установленные радиально на лопастях стабилизатора втулки, удерживают невращающуюся втулку смещающего блока неподвижно. Нижний шарнирный стабилизатор действует как точка опоры, передавая отклонение вала и направляя поверхность долота в требуемом направлении. Приводной вал блока смещения RSE проходит через центр невращающейся втулки, передавая крутящий момент на долотове. Вал можно отклонить в любом направлении под соответствующий блок, чтобы построить желаемую собачью ногу. Отклонение приводного вала передается через поворотный стабилизатор и, следовательно, направляет поверхность бурового долота в требуемом направлении с правильной величиной наклона для достижения запланированной траектории скважины. Приводной вал отклоняется от центра поршневых коллекторов, размещенных внутри невращающейся втулки. Прогиб происходит параллельно и по длине корпуса коллектора втулки поршня. Поэтому точечная нагрузка на вал не передается. Коллектор поршней системы вращения состоит из 12 рядов поршней, установленных на расстоянии 30 градусов друг от друга.
При вращении центрального вала он приводит в действие внутренний гидравлический насос. На вращающемся валу расположен переключающий клапан. При вращении вала клапан проходит каждый ряд поршней один раз за оборот. Положение переключающего клапана соотносится с навигационными датчиками, установленными в управляющей электронике. Следовательно, положение клапана относительно верхней боковой поверхности инструмента или магнитного азимута известно в любой момент времени. Электромагнитный клапан приводится в действие, когда переключающий клапан находится рядом с рядом поршней, на которые должно быть подано напряжение. Когда работает электромагнитный клапан, гидравлическая жидкость высокого давления направляется к трубе поршней, выталкивая их наружу, отклоняя поршневой коллектор и вращая вал в противоположном направлении. Набор Revolution включает в себя 4 универсальные системы для решения целого ряда задач курения. Благодаря конструкции точечного долота, измерению ключевых параметров в режиме реального времени и усовершенствованной связи, Revolution RSE помогает вам бурить скважины точно, эффективно и плавно. Я понял, патент номер 24, вот этот американский патент, очень свежий, хотя не такой свежий, 2012 год. Даже 2010 заявка. Ну вот, значит, в этой системе толкающая пластинка перемещается шариком. Шарик толкает какое-то масло. Вот, и основная задача этой конструкции — обеспечивать смещение центра вращения самого стержня, вот этого вращающегося внутри, относительно геометрического центра трубы. То есть вот если у нас есть 3 толкателя, то эти 3 толкателя обеспечивают положение центра в любой, ну как бы в любой окрестности заданной, то есть влево, вправо, вверх, вниз. Ну, система явно гидравлическая, вот ее принцип действия. Ну, чтобы думать о смене принципа действия, чтобы обойти патент, может быть, отказаться от гидравлики и какую-нибудь сделать систему на ходовых винтах или что-то, или клины какие-то, что-то расклинивающее туда-сюда. Штука эта вращается достаточно быстро. Как я понял, чуть ли не 4000 оборотов в минуту. Это дрель. Ну, текст читать, в общем, бессмысленно, мне кажется. Второй патент, значит, он начинается с фразы RCC. Я посмотрел, что такое RCC. Это методы, используемые для направления траектории скважины, подразделяются на две широкие категории: нажимное долото или направленное долото. В инструментах с нажимным долотом используются накладки на внешней стороне инструмента, которые прижимаются к стволу скважины, тем самым заставляя долото давить на противоположную сторону, вызывая изменения. Ну, вот как я и говорил вот в предыдущем разе, значит, у нас есть трубка внутри трубки, а нам нужно внутреннюю трубку сместить в любое положение, вверх, вниз, влево, вправо, так, чтобы
получилось искривление, и тогда это искривление приведет к изменению траектории движения сверла внутри грунта. Значит, абстракт этого патента номер 74, он свежий, 22-й год. Механизмы рулевого управления для использования в системах RCC могут быть лишены эластомерного уплотнения поршня, но речь идет о обычных прокладках. Поршни механизмов рулевого управления имеют выпуклые поперечные сечения, которые позволяют поршню поворачиваться вместе с подушкой рулевого управления при боковом или радиальном перемещении вдоль оси поршня, определенной отверстием поршня. Гидравлическое давление может поддерживаться при выдвижении колодки, поскольку ограниченный размер зазора между поршнем и отверстием может поддерживаться во время движения поршней. Поршни могут удерживаться на рулевой колодке в Т-образном пазу и могут быть удлинены в направлении ортогональном оси отверстия поршня. Вокруг поршня может быть предусмотрена канавка для размещения в ней резервного уплотнения. Резервное уплотнение может включать износостойкие шарики, встроенные в матрицу, и шарики могут быть предварительно загружены, чтобы служить ограничителями потока даже при износе. Не очень понял? Ну ладно. Вот он, второй патент, который номер 74. Он 26 июля 2022 года начал работать. Значит, здесь рисунки не совсем понятные. Ну, понятно, что вот эта вот толкающая пластина, она должна каким-то образом перемещаться. И речь идет о том, что ее должен перемещать, наверное, вот этот вот поршень, который, где осевая линия нарисована. Это схема ввода. Значит, вот он, этот эластичный элемент, который должен изогнуться из-за того, что толкатель отработает и прижмет в определенное место. А вот, значит, он выдвигает пластину. И в чем тут, хитрость и новизна, не совсем понятно. Вот видно, что тут есть какой-то ролик. Но этот ролик движется туда-сюда, слева направо. Не совсем я понимаю, но вроде, может быть, это разные варианты. Почему-то сказано, вот конфигурация самого ролика. Это, наверное, какой-то другой вариант, что вот такая цилиндроподобный толкатель вылезает и смещает толкающую пластину. Ну вот как шарик на двери. У нас был такой проект, мы хорошо помним, что это такое. Это тоже, наверное, какой-то из вариантов. Ну почему-то они здесь считают важным возможность устранения этих эластомерных прокладок, только я не понимаю, где они должны быть, эти эластомерные прокладки. Вот то, что, наверное, было сказано про какие-то шарики нагруженные, которые будут работать даже при большом износе. Тоже не очень понятный рисунок, что он... Этот рисунок вообще похож на предыдущий патент, где там шарик перемещался и, соответственно, мог перемещать прокладку. Ну, а здесь он... Ну, вот здесь более-менее понятно, что, значит, этот масло давит на вот этот поршень, поршень вылезает. Зачем у него здесь вот этот ролик? Он ведь едва ли вращается, не совсем понятно. Вот он, этот ролик, который на поршне. Ну, дальше текст, который прочитать невозможно. Так, я Дерек со старыми основами питания, и сегодня мы здесь на технической выставке нефти и газа Мариинского колледжа. И я здесь с Дезом Мёрфи из Хеллибиортон, и он собирается познакомить нас с их новым поворотом и управляемым инструментом. Привет, ребята, меня зовут, как вы сказали, меня зовут Дез Мёрфи. Я региональный менеджер по технологиям компании Хеллибиортон, здесь, в северо-восточном районе. Я отвечаю за внедрение технологии во всех наших грушевых ячейках и бассейнах, где мы работаем. И, как ты сказал, сегодня мы рассматриваем наш новый поворотный управляемый инструмент. Он называется iCruise. Это наше новое поколение поворотного управляемого инструмента с толкающим долотом. Те из вас, кто знает о поворотных управляемых инструментах, знают, что у нас есть толкающее долото, а также направленное долото. Это система Push the Bit. Мы находим, что бит гораздо более применим для построения кривых, которые нам нужны для правильной и точной посадки боковых сторон в этих нетрадиционных пластах,
обеспечить максимальное боковое покрытие, чтобы мы могли извлечь как можно больше углеводородов в этих нетрадиционных пластах. Земля. Очень просто, начиная сверху. У нас есть то, что мы называем суперфлексом. Это субмарина суперфлекс. Это часть инструмента, который позволяет нам сгибаться. Поэтому, когда мы строим эти кривые под большим углом, нам нужно уметь сгибать инструмент. В противном случае, очевидно, что чем жестче у вас сборка, тем сложнее построить большую кривую. Таким образом, эта сборка суперфлекс довольно просто позволяет нам получить те высокие скорости сборки, которые требуются для некоторых из этих более сложных геометрий сварных швов, которые мы видим у Марселос и Ютика. Так что это всего лишь очень простая и глупая мысль, но очень-очень важная для нашей операции. Здесь внизу самая важная часть. Это рулевая головка. Вот как мы ориентируемся, то есть как мы меняем направление ствола скважины, чтобы убедиться, что мы следуем по пути скважины. По сути, здесь внутри у нас есть датчик гамма-излучения. Это позволяет... которой состоит история калия и урана. Что мы здесь имеем? У нас есть жидкость, проходящая через весь инструментальный узел. Жидкость стекает сюда, через долото. Как только она выходит из долота, она там для того, чтобы поддерживать скважину в чистоте, удаляя весь шлам, а также для поддержания низкой температуры в скважине. Этот поток жидкости тоже снижает температуру, так что нам не нужно воздействовать. Нам не нужно беспокоиться о том, что более высокие температуры повлияют на наше оборудование. Но в то же время жидкость протекает здесь. Он вращает генератор, который обеспечивает питание электроники внутри инструмента, а также обеспечивает гидравлическую мощность, необходимую для открытия и закрытия этих колодок, чтобы заставить долото двигаться в нужном направлении. Вся колонна инструментов способна вращаться со скоростью 400 оборотов в минуту, и каждая из этих прокладок будет выдвигаться почти 6 раз в секунду, чтобы направить инструмент туда, куда ему нужно. Таким образом, основываясь на плане направления и на контроллерах с поверхности, мы смогли направить долото по траектории скважины. Очень-очень точная система. Поворотные системы с толчком к долоту существуют уже давно. Это последнее поколение поворотной управляемости с толчком к долоту. Наши клиенты пришли к нам и сказали, что нам нужны более умные инструменты, нам нужны инструменты, которые быстрее сверлят, и нам нужны инструменты, которые жестче. Одна из стратегических опор Халибертона – это умение слушать и реагировать. Поэтому мы прислушались к нашим клиентам и ответили с помощью системы iCruise. Это умнее. Здесь 6 микропроцессоров, которые делают более 1000 измерений в секунду на основе наклона азимута, гамма-излучения, RAP, вибрации. Мы можем взять всю эту информацию, сохранить ее и отправить часть этой информации, чтобы мы могли направлять инструмент. Он сложнее, его конструкция внутримодульная, так что в нем нет большой сложности, связанной с большинством поворотных управляемых инструментов. Эта сложность может привести к отказам. Модульная конструкция гарантирует, что мы сможем сверлить дольше и интенсивнее с меньшим временем простоя из-за поломок инструмента. И мы можем сверлить быстрее. Этот инструмент будет сверлить 400 оборотов в минуту, что быстрее, чем любой другой инструмент на современном рынке. Итак, наши клиенты просили умнее, жестче, быстрее. Мы отвечали умнее, жестче, быстрее. На что он также способен, так это на автоматизацию бурения и аналитику больших данных. Автоматизация и аналитика данных – это большие-большие движущие силы в современной отрасли. Этот инструмент способен бурить автоматически. Мы можем использовать наше программное обеспечение для бурения, наше программное обеспечение для автоматизации и импортировать план бурения клиента, скажите инструменту. Я хочу, чтобы ты сверлил по этому плану. И этот инструмент возьмет эти данные и проведет бурение автоматически, основываясь на изменении направления в зависимости от его текущего положения и того, насколько оно близко к первоначальному плану. И мы успешно смогли высадить скважины в соответствии с планом без вмешательства самого оператора бурения. Так что автоматизация бурения – это очень-очень важная часть современной отрасли, и это то, с чем Халибертон смогла справиться. Мы также привязываем наш iCruise к нашему долоту GTI, который используется в нашем сервисе Halibut и буровых долот. Мы оптимизируем каждое долото, основываясь на характеристиках iCruise. Мы используем наше программное обеспечение Doce, чтобы убедиться, что мы проектируем наше долото с эффективностью бокового резца в соответствии с возможностями бурения iCruise. Поэтому мы можем гарантировать, что мы не только правильно высаживаем скважину. Мы на самом деле сверлим скважину наилучшим возможным способом и делаем мальчик, который имеет одинаковую форму и размер, так что мы можем входить в скважину и выходить из нее чисто, а также вставлять обсадную колонну в скважину и улучшать наши работы по цементированию. Так что все, что здесь происходит, очень-очень сильно влияет на общее оставшееся завершение бурения скважины. Поэтому, используя долото iCruise и GTI, мы бурим наилучшую возможную скважину, чтобы обеспечить максимальную отдачу для наших клиентов.
Если бы я мог задать тебе быстрый вопрос, ты говорил об автоматизации бурения. Как это интегрируется с буровой установкой на месте? Это то, что вы можете пойти практически в любую буровую компанию и попытаться интегрировать буровую установку? Да, в любой буровой компании, на любой буровой установке, с которой мы работаем, мы можем использовать программное обеспечение для автоматизации бурения и бурить поплав. Мы, очевидно, будем, если потребуется, иметь бурильщиков либо на месте, либо в удаленном операционном центре, контролирующим и следящим за тем, чтобы инструмент работал с правильными параметрами и двигался в правильном направлении. Очень-очень просто. А ты можешь также описать разницу между наведением долота и толчком долота? Окей, теперь это толчок в бит-системе. И как я уже сказал, у тебя есть эти прокладки по всему инструменту. Прокладка выйдет, надавит на пласт, и эта сила направит долото в противоположном направлении. И эта панель будет открываться и закрываться, открываться и закрываться, открываться и закрываться, в зависимости от вращения инструмента. В зависимости от того, насколько сильно требуется изменение направления, будь то 1, 2, 3, 4 градуса на 100. Вплоть до того, что мы успешно пробурили 15 градусов на 100, так что эта система push to beat. Точка система долот использует внутренний кулачковый механизм, который фактически толкает внутрь самого инструмента. И это приводит к тому, что долото направляется в том направлении, в котором вы хотите его направить. Таким образом, система точка бит полностью внутренняя, в то время как система толчок бит полностью внешняя. Мы обнаружили, большинство компаний обнаружили это в сланцевой добыче, где от вас требуется очень быстро создавать кривые с очень высокими углами. Чтобы максимизировать объем бокового размещения в вашей аренде, в вашем резервуаре, системы push to beat, похоже, дают мальчик, сказал он. Гораздо лучшая способность к бурению. Спасибо тебе. Что это должно получиться? У нас здесь есть обратные клапаны, и у нас есть микропроцессоры в самом инструменте, очевидно переходящие от цифрового сигнала к механическому сигналу. И проходящая через них жидкость – это то, что на самом деле гидравлически выталкивает эти поршни. И когда поршень выходит, он отталкивается, а когда он закрывается, он также задерживает жидкость здесь. Итак, у нас есть серия обратных клапанов, которые позволяют этой жидкости выходить с задней стороны, чтобы у нас не болтались прокладки. И просто чтобы повторить ключевое отличие конструкции Halliburton с поворотной управляемой системой толкания долота по сравнению с другими конкурентами. В том, что у многих, в том у других конкурентов, эта область на самом деле вращается медленно, а не с полной скоростью вращения с остальной частью инструмента для опускания, верно? Да, правильно. Хорошо, так что еще раз спасибо, что посмотрели вместе с нами еще один видеоблог и уделили нам время. Спасибо тебе. Я действительно ценю то, что вы, ребята, пригласили нас сюда на выставку. Это уже второй год подряд, похоже-похоже. Она снова будет иметь большой успех, и мы с нетерпением ждем следующего года. Как площадка скважины будет тщательно подготовлена в соответствии со стандартами охраны окружающей среды, здоровья и безопасности, можно начинать бурение. Это сложная операция, требующая хорошо спланированной инфраструктуры. Для извлечения природного газа на поверхность используются различные процессы и опытные, хорошо подготовленные специалисты. ЧСАПИК работает с этими экспертами на протяжении каждого аспекта проекта, строго придерживаясь всех индивидуальных государственных правил. Во время процесса бурения буровая установка находится в постоянной работе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, примерно от 21 до 28 дней. В качестве дополнительной меры предосторожности в некоторых районах защитный коврик покрывает 2/3 площадки. Используя сверхмощные сверла промышленной прочности, типичная скважина бурится в несколько этапов, начиная со сверла большого диаметра, а затем последовательно меньшими сверлами по мере продвижения бурения. После бурения каждый час в части скважины стальная защитная оболочка цементируется на место. Это защитит грунтовые воды и сохранит целостность колодца. Изначально и перед перемещением буровой установки бурится скважина большого диаметра на первое расстояние от 50 до 80 футов. Затем обсадная колонна цементируется на место, стабилизируя грунт вокруг буровой установки и устья скважины и изолируя скважину от большинства частных скважин на воду. В районе Марцелл зона пресной воды простирается примерно на 800 футов под землей. Пресноводная зона состоит из пористого песчаника и горных пород, содержащих воду в паровом пространстве породы. ЧСАПИК использует воздушное бурение до тех пор, пока скважина не продвинется в среднем на 100-200 футов ниже основания пресноводной зоны. Это обеспечивает дополнительную защиту пресноводной зоны. Серия компрессоров и ускорителей генерирует воздух, который используется для подъема горного шлама и пресной воды в стальные бункеры. Скальный шлам затем утилизируется в соответствии с государственными правилами и разрешениями. Буровое оборудование извлекается на поверхность и хранится для второго этапа бурения.
Чтобы защитить целостность скважины, окружающую глубоководную зону пресной воды, внутри недавно пробуренного отверстия и обсадной колонки, устанавливается и цементируется второй слой стальной обсадной колонны, называемый поверхностной обсадной колонной. Цемент закачивается вниз через поверхностную обсадную колонну и вверх по стенкам скважины, чтобы обеспечить надлежащую герметизацию. Это полностью изолирует колодец от самых глубоких частных или муниципальных колодцев с водой. Превентор выброса устанавливается после того, как поверхностная обсадная колонна зацементирована. Превентор выброса представляет собой серию предохранительных клапанов высокого давления и уплотнений, прикрепленных к верхней части обсадной колонны для контроля давления в скважине и предотвращения выбросов на поверхность. Далее небольшой буровой узел пропускается вниз через поверхностную обсадную колонну. На дне обсадной колонны долото сверлит поплавковое оборудование и цемент, продолжая свой путь к целевому участку природного газа на глубине до 8 футов под поверхностью. В методе бурения, применяемом под поверхностью обсадной колонны, используется модуль бурения, который представляет собой неопасную смесь на основе глины бюднайт или синтетических загустителей. В дополнение к извлечению горного шлама из скважины, буровой раствор также помогает стабилизировать скважину, охлаждать буровое долото и контролировать давление в скважине. В нескольких сотнях футов над целевым сланцем буровая установка останавливается. Вся колонна втягивается на поверхность, чтобы отрегулировать буровой узел и установить специальный буровой инструмент. Этот инструмент позволяет часовику постепенно поворачивать сверло до тех пор, пока не будет достигнута горизонтальная плоскость. Остальная часть скважины бурится в этой горизонтальной плоскости, находясь в контакте с газодобывающим сланцем. Бурение продолжается горизонтально через сланец на расстоянии более 4 футов от точки, где он вошел в плавище. Как только бурение завершено, оборудование извлекается на поверхность. Затем по всей длине скважины устанавливается обсадная колонна меньшего диаметра, называемая эксплуатационной обсадной колонной. Эксплуатационная обсадная колонна цементируется и закрепляется на месте путем закачки цемента вниз через конец обсадной колонны, в зависимости от региональных геологических условий. Цемент закачивается вокруг внешней стенки обсадной колонны примерно на 2,5 фута выше продуктивного сланцевого пласта или на поверхности. Цемент создает уплотнение, гарантирующее, что плавучие флюиды могут быть добыты только через эксплуатационную обсадную колонну. После установки каждого слоя обсадной колонны скважина подвергается испытанию давления, чтобы обеспечить ее целостность для продолжения бурения. Поперечное сечение скважины под поверхностью показывает несколько защитных слоев. Цемент, обсадная колонна проводника, цемент, поверхностная обсадная колонна, буровой раствор, эксплуатационная обсадная колонна, а затем эксплуатационная труба, по которым будут поступать добытые газ и вода. 7 уровней защиты. Горизонтальное бурение дает много преимуществ по сравнению с вертикальным бурением. Поскольку горизонтальные скважины контактируют с большей частью газодобывающего сланца, для оптимальной разработки газового месторождения требуется меньше скважин. С одних и тех же площадок можно пробурить несколько скважин. Например, для разработки участка земли площадью 1280 акров с использованием традиционных методов вертикального бурения может потребоваться до 32 вертикальных скважин, каждая из которых будет иметь свою собственную площадку. Однако одна площадка с несколькими скважинами с горизонтальными скважинами может эффективно извлекать те же запасы природного газа с участка земли площадью 1280 акров при одновременном снижении общего нарушения поверхности на 90%. После того, как площадка скважины будет тщательно подготовлена в соответствии